Всего 6 звонков раздалось в кабинете Михаила Аксиневича в ходе прямой линии. 3 месяца назад количество обращений было больше в 2,5 раза. А значит, можно с уверенностью сказать, что общение онлайн – одна из эффективных форм работы с населением, в ходе которой решаются вопросы разной социальной направленности. Охрана труда, аттестация рабочих мест, поселение в дома-интернаты, заработная плата. Круг проблем, требующих решения, широк и не остается без внимания. Однако все же самым актуальным вопросом среди населения региона остается пенсионное обеспечение. Будет ли мне пенсия льготная? Когда я проработала на ферме 26 лет до ясной, но я сейчас, мне сейчас только 48, и я уволилась с работы по собственному желанию. У вас 48 лет сегодня возраст. А сколько вы говорите, проработали дояркой? 26 лет. Стаж и заработок – это два параметра, которые в наибольшей степени влияют на размер пенсии. Поэтому вопросы по их исчислению актуальны не только для пенсионеров, но и людей трудоспособного возраста, задумывающихся о своем будущем. Какими документами подтверждается льготный стаж для назначения пенсии за работу с особыми условиями труда? Увеличивается ли стаж работы после назначения пенсии? Для того, чтобы полноценно ответить на эти и другие вопросы, Михаилу Аксиневичу необходимо изучить документы обратившегося, подтверждающие его слова. Однако такая процедура не является правилом. Достаточно человеку объяснить порядок, куда нужно обратиться, или, допустим, имеет право на, условно, человек имеет право на досрочную пенсию. Причем, если он говорит действительно вот все те аргументы, которые учитываются при, допустим, досрочном назначении пенсии. Если он это говорит, да, значит, мы тогда можем сразу ответить. Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома занимается реализацией основных направлений государственной политики в социально-трудовой сфере, включая комплексное решение вопросов оплаты труда, занятости населения, а также социальной помощи. Часто в ходе телефонного диалога Михаил Аксиневич слышит вопросы на эти темы. Все обращения рассматриваются в течение 15 дней с момента звонка и, как правило, решаются в пользу граждан. Именно поэтому такая форма общения пользуется большой популярностью среди населения. Рассказать о наболевшем, изложить свою проблему, для многих быть услышанным – уже полдела. Прямая линия – это не только связующее звено между народами и властью, но и реальная возможность решить волнующий вопрос.